Так, добрый день, ребята. Вот вчера трак пришел, мы состыковали. Вот эти только вечером вчера разгрузили, потому что здесь люди живут. Неохота было до глубокой ночи развозить, да и ночью немножко. Good morning, how are you, Rich? Good? Nice weather today. Ой, Это хозяин. Жена умерла 2 месяца назад. Посмотрите, вот как цветет эвкалипт. Просто бомба. Вся макушка. В том году так он не цвел. И в том году поздно он зацвел. А в этом году, посмотрите, сколько цвету. Конкретно. Посмотрите, вся макушка, все в цвету, То, вот смотрите. Я закончил 10:30 их разгружать, а вот они уже пошли на облет. Гудють, пчелки наши красавицы. Сейчас вот бумаги снимем. Красавцы. Труженики наши. Кормилицы наши. Красота. Сегодня хороший день, очень хороший день. Ну, правда, роса такая, мощная роса. И вон они, вон сидят, пьют росичку. Надо, наверное, сапоги одевать, а то ноги мокрые будут. О, как они. Летают. Сейчас облетятся. А то у нас там сыро, прохладно. Слава богу, в этом году пчелка не хиленькая. Посмотрим, вот к обеду. Сейчас они чуть пооблетятся. К обеду должны это уже пергу нести. Потому что здесь много эвкалипта. Вот это вот. Все, эвкалипт. Вот это. Вот там. Очень много здесь. Красота. Вот так вот мы их выставили. Еще вот место осталось. В субботу трак еще вечером придет. Или если, не знаю, если груз будет. Нет, то значит в воскресенье. В субботу вечером его загрузят. В понедельник он придет, то, а то здесь и суббота, воскресенье дожди сильные, то если сегодня его загрузят, потому что он вчера груз отсюда взял и уехал туда домой, и если сегодня его выгрузят, у него на четверг выгрузка, то он сказал, если его сегодня выгрузят, попробует уговорить их, и он тогда сегодня вечером его загрузят, а завтра вечером он придет. А если нет, то тогда завтра он выгрузит, а в субботу вечером его загрузят и в воскресенье вечером придет. Ну, здесь вот почти 2 сутки будет дождь идти. Красота. Душа радуется, пчелки гудют, на душе радость.
Нормально. Почти все летают. Не видно, что это есть. Вот видите, вот есть вот такие вот она, видите, семейка чуть-чуть обосралась. Ну это вот первую заметил из этого трака. А там вот три семьи у нас с первым траком. Ну не знаю, или матки нету, или что, короче. Или что-то хапанули они. Ничего не могу сказать. Здесь, видите, еще, наверное, не проснулись. А. Вот так вот. Сейчас бумагу поснимаем. Сперва вот стыпа лапа вытащим аккуратненько. Вот это, видите, вот она как редис идет. Ну вот она начинает цвести уже, цвет пускать. Кустарничков много, кустарничков так цветет, у кого посажены кустарники, то нормально пойдет. Сейчас самое главное сейчас вот, чтобы погода, вот дожди пройдут. Ну и дожди надо, без дождей тоже очень-очень плохо, без дождей. Сухо. Вот уже 3 года вообще сухота стоит, конкретная сухота стоит. То даже машины не разрешают мыть. Многим фермерам, короче, воду не давали даже. Ну, дай бог, чтобы было все хорошо, чтобы все были довольны. Фермера будут с деньгами, и мы будем с деньгами. Потому что в этом году много фермеров, которые раньше брали 2,5 семьи на акр, а в этом году, говорят, 1-1,5 семьи. Сколько инчуринс ну как разрешает, чтобы не меньше, чтобы было пчел. Пускай, говорят, лучше меньше урожая будет, потому что орешки цена упала сильно. Так что вот 408 семей здесь поставили. Ну, мы еще, наверное, 96 сюда подвезем. Вот в воскресенье трак приедет. И в воскресенье мы сюда еще завезем, и будет нормально. Вот, ребята, гудёт. Да, звонил Славик, звонил водитель, который нас привез. Вот то у его разгрузка на завтра. Ну, вроде бы, говорит, договорился, что сегодня разгрузят. То если сегодня его разгрузят, это было просто супер было бы. То сегодня его загрузят, завтра он вечером здесь. А как раз вот сегодня дождя нет, у нас там есть один плейс, то надо хотя бы пару дней, чтобы можно было туда завести. Пару дней хотя бы надо. Просохла там земля такая, песок с черноземом. Здесь-то земля хорошая, тоже песок с черноземом, но здесь чернозема чуть меньше, больше песка. И здесь, видите, вот она под уклоном, если какая вода, она вот туда вниз все скатывается, то вон, видите, вон она вода, водичка стоит, короче, то нормально. Есть пчелкам что пить. Посмотрите, какая красота, как они гудют. Молодцы, радуются. Сейчас они освободятся от лишних тяжестей в желудке. И будет супер. Летят красиво, очень красиво. Гоу стоит хороший. Ну вот осталось мне вот тот уголочек только вытащить с трипола. И начну уже снимать бумагу. Ну как, пройду, развяжу все ремни и начну снимать бумагу. То нормально.
Андрюша отдохнет попозже. Поеду заберу Андрюшу и будем лепешки раздавать. Сегодня у нас вечером посвободнее, до 5 поработаем и поедем отдохнем, выспимся сегодня. Вчера в 12 часов я лег спать, а сегодня уже в 6, в начале 6, наверное, полшестого я уже проснулся. Вот с 7 уже начал, пока приехал, пока. То есть все, короче, разгружать, все нормально, все отличненько, успел разгрузить. Хороший день сегодня. Так, ребята, ну все, мой рабочий день на сегодня закончился. Снял полностью всю бумагу. То ребята там уже закончили, приехали сюда, вот привезли лепешки. То сейчас сколько они сделают, завтра закончим и здесь лепешки раздавать. То вот получается вчера за 3 дня, короче, вот 850 семей лепешки раздадим. И то не за 3 дня. Сегодня вот они сколько дадут, а завтра. И плюс еще там он немножко обрабатывал. То нормально, нормально. Работа идет хорошо, слаженно идет. Уже много лет вместе. То нормально. Ладно. Поехал я в магазин скупляться, а то что с дому привезли, подъедаем, а надо уже жиденькое что-то, супчика сварить, или, да, супчика на пятницу, борща. Сегодня вроде Славик сказал на 90%, что сегодня загрузят трака, то будет вообще супер. Если сегодня загрузят, то тогда у нас следующий трак будет аж в понедельник только. Там в воскресенье или, ну, на следующей неделе еще 2 трака придет, и все. Вот за эту недельку 3 трака, это вообще нормально. Красиво. Сегодня небо такое красивое. Чистенько-чистенько было. Вот немножко тучки опять поползли. Так, ребята, добрый день. Это вот сегодня уже осталось чуть-чуть. Вот уже заканчиваю. Вот этот уголочек остался. Заканчиваем уже 2-й трак. Раздавать лепешки. Пчелка так смотрится, неплохо смотрится пчелка. Хорошо даже, можно сказать, смотрится пчелка. Ну, посмотрим, как будет дальше. Ну, пока смотрится хорошо. Так что все нормально. Вот следующая неделя еще 3 трака придут. И Крисмас, у Бог даст, попадем домой.